13 тысяч рублей, 8 пакетов с игрушками и 2 упаковки памперсов удалось собрать благодаря проекту «Большое рук сердце». Их передадут подопечным специализированного дома «Малютки» на улице Бочкова. «Большое рок сердце подарим малюткам». С этим девизом неравнодушные любители русского рока собрались на благотворительный концерт. Мурманчане собирали деньги для дома «Малютки» на улице Бочкова. Atom Atlanta, The Fuse Magazine, почтовая служба Бангкока, RH, Антикафе, Insmooth. Чтобы послушать всех этих рок-исполнителей, нужно было всего лишь сделать доброе дело. Год назад участники рок-группы «Нереида» решили создать свой благотворительный проект, который бы музыкой творил добро. Проект «Большое рок сердце» объединяет молодых музыкантов и уже состоявшихся артистов. Мероприятия организуются не только по личной инициативе, но и отвечая на конкретные просьбы людей о помощи. У нас большой опыт выступления на благотворительных мероприятиях, но нас не все устраивало по организации, и мы решили сотворить проект сами. Ну, соответственно, организовывать и выступать, и давать возможности выступать другим коллективам. Кстати, прошу заметить, что некоторые коллективы стартовали на нашем проекте первый раз. Сбор средств происходит на глазах у всех участников концерта. Затем также открыто организаторы акции подсчитывают собранные средства и озвучивают сумму. По итогам закупок товарные чеки афишируются. И все желающие могут принять участие в передаче подарков. Да, мы выступали на первом «Большом рок сердце», помогали маленькому Ренату, я не помню его заболевание, что-то вроде бы с глазами у него было. Собрали сумму приличную, отдали родителям, ему сделали операцию, насколько мы знаем. Все хорошо, то есть, естественно, такие мероприятия помогают. Входной билет 250 рублей, но можно заплатить 200 и принести с собой игрушку. В результате собрали почти 13 тысяч рублей. 8 пакетов с развивающими игрушками, погремушками, пустышками, 2 упаковки памперсов. Организаторы «Большого рок-сердца» признаются, что со временем стало важно не то, сколько денег проект собрал на концерте, а то, сколько внимания он привлек к проблеме. Иногда бывало, что на концерте совсем немного зрителей, но после мероприятия организаторам пишут и звонят неравнодушные люди с предложением помочь. В одном участники проекта уверены – у рока самое большое сердце. Дарья Буданцева, Михаил Дьяков, Артик ТВ.